Ты посмотри на это! Включай пропеллер. Да, красавчик. Да, тут вода прохладная, я вам скажу. Да нет, тут что-то жестко. И туда так пошел, и как раз выходишь там. И ну, выходишь, что там, где можно заезжать. Возле той... Он же маньяк, золотые руки. Так, слепой протоптал новый маршрут. Сейчас поедем, посмотрим. Мы тут еще не ездили. Ё-моё, я такого еще вообще не видела. Тихо. Тихо. Надо, надо брать девчонок и сажать Руслану в машину. Видишь, у него открылось второе дыхание. Да. Там... Молодость вторая. Закрылся и морковь. Посмотри, ожил. Оба, это хайперлуп побежал. Попробуем влево, давайте. Слепой говорит, что он тут ходил. Да, тут не так глубоко. Оп, набрал, да? Ага. Подождите, Саня, под машиной. Стой! Чинит! Что, непонятно? Есть. Что есть? Висит вниз. Вот он, спаситель наш идет. Тащит лебедку. Сейчас запишу. Это вот такая задача, говорят, да? Я так понимаю, свой да? Кардан показываешь. Не показываю. Он же внизу висит. Ты пенсионер все-таки, да? Давай тяни, не разговаривай. Кардан его мой интересует. Ты ж смотрел на него только что. Сказал, что все нормально, можно, можно починить. А что, достал до него? Ну да. Всем захочу. Кого там разуло? Идите сюда. Да, уже что у тебя есть друзья. И тебя с ними хорошо. Это хорошо. Вот, да. Вот, от нашей всей команды, спасибо присутствующих, большое. Не присутствующих, вот, зал, поздравляем поднял. Тебя с днем рождения. А теперь головка, давай футбол. Зеленый вайп. Давай, на голову, принимай. Становись на ворота. Гол! Штан. А где ты? Цвет УАЗа тебе, Витя. Все, небольшой завтрак. И дальше едем. Где-то все уже уехали. Мы их догоним? Ну, конечно. От нас не уйдешь. А вот серьезная машина, да? Ух ты, елки. Ты такой-то гонщик, да? Это он еду готовил? Жесткий парень. Да? Сейчас подрезанем быстро. Так, маршрут правильный. Места известные. Люди отдыхают. Хорошие. Нравится? Да. Нормально тут все. Вот тут они от нас скрываются где-то. Сейчас настигнем. Сейчас помоемся, водичка здесь должна быть. Все высохло, пересохло, вот тут все в воде было. И вот здесь тоже остатки воды. Вот следы их, видите? Так, где же вода, елки-палки, вода? А вода есть. Это Венеция, осторожно, там ветки. Тут Лексус мы вытаскивали как-то. Это место. Видите, как вода упала очень сильно. Все заросло, вода упала. Дождей не было давно. Серьезно. Так. Догоняем. Джунгли.
Да, быстро ушли они. Долго я пока накачал колесо. Чуть-чуть проскочил поворот. А вот поворот не проскочили. Но тут хорошее место. Ох, ханы бабай. Обо что-то ударили. Обо что мы ударились? Не видно там? Какой-то пень, наверное. Вот кто-то показался на горизонте. Это Женя. Так, вот известное место. Очень известное место. Я включил, только камера не дергает, фотки на ходу можно делать. Опа! Все, ребята, полетели. Ку-ку. Ты посмотри на это! Никогда я, говорил, этого не видел. Руслан, я только что сказал, что никогда не видел, чтобы здесь машина проезжала. Только сказал. Представь. Она и проехала. На, держи. Смотрим, что здесь. О, вот серьезный человек. Эквилибрист Александр. Очень. Помогай, помогай. Включай пропеллер. Да, 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 красавчик. Да, тут вода прохладная, я вам скажу. Помогай, помогай, может застрять. Лучший. Разве? Ну, то есть по лайту пошел. Это лайт? Ну да. По правой стороне. Я Даша не знала, что мы поехали выглядывать. А, да? Тут пробки. Кто застрял? Бежай, говори. Ну, бежай. Короче, Руслан, мы, походу, сделали всех. Да, да. Человек, человек. Кто? Это Леня. Это Леня. Подождите, тут дорога сложная. Да, да, я вижу. Осторожно. Всех сделали. Да. Пятый вырывается вперед, этот фильм называется. Я сказала, мы сделали всех. Так, 70-ка. Ух ты, что, тут пилот очень серьезный тут, да. А кто там рядом? Кто там? Какой-то новенький, да? Какой-то новенький штурман свежий, да? Свежий. Седой? Посидел, это да. Было прекрасно. Да, уровень воды упал просто нереально. Там вообще ничего, пересохло. На Вранглере, Миш. Миша, мы не знаем, где. Не едет? Едет, Миша. Едет? Вон он, молодец. О, становится интересно. Самый проходимый у вас в мире? Конечно. Назад! Но это еще не факт, что он застрянет. Не-не, там очень сложно. Я там ехал, еле проехал там. Да? Да. Там очень жестко. Я спущенный.
Не-не, там ты чуть-чуть в стороне ехал. Я вот здесь чуть-чуть в стороне ехал. Это все, Андрюха. Андрюха, продавать надо, Геленваген брать. Что там? Ну давай, ты первый, я за тобой. Нет, давай ты первый. Ты нет. Лучше, ты прослушаешь. А если я приеду, бесполезно тебе ехать. А что тут, Паша? Там находим новые места. А ну. Да нет, тут что-то страшно. А? Да нет, тут что-то жестко. И туда так пошел, и как раз выходишь там. И ну, выходишь там, где можно заезжать. Возле той ямы. Ну надо смотреть, короче, это. На весну давай оставим. Помоги чуть-чуть. Дерево крепкое. Да, хорошее местечко. Не, не, это еще. Еще не все. Еще не все, Андрей. Красивый вечер, закат. О, не застреваем, и у вас застрял все-таки. Тадей, его не видно будет. Так, это очень жесткий джипер. Он же маньяк, золотые руки. А тут УАЗ. Ну я, у меня тут дерево такое не маленькое вообще в спасении. Эти шины мне больше всего нравятся. Едут они просто бомбически. Можно в Гранде резануть арки будут и купить себе такие. Он будет просто ехать нереально. Это серьезный автомобиль. Ничего не скажешь. Тут красиво. Молодец. Ура! Сегодня Toyota проехал. Ура, точно. Так, слепой протоптал новый маршрут. Сейчас поедем, посмотрим. Мы тут еще не ездили. Андрюха первый. Смотрите, какой дуб тут жесткий. Андрюха первый, мы за ним. У него проходимость серьезная. Где? Ё-моё, я такого вообще не видела. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Что с колесом там? Что, застрял? А, извините. Да тут нету. Что, застрял? Андрюха домой. Домой хочет уже? А, так я же это просто было одно слово, впечатление. Цепляйте, его назад подтяну. Я не буду мотивироваться. Прости. Так, Лев, включи чару. Ага. И очень короткая дорога. Хорошо, что начал. Что, чуть не проехал, да? Да. Слепой, а что ж ты говорил, там дорога хорошая? Ну, белка, ребята, кто отпустил белку? В радиатор попадешь ему, Миш? Ну, Лёня, куда ему проехал? Кто отпустил свою белку? Ну, что ж, едем, так резко сворачиваем с пустой, там Лёня бежит. Я говорю, чё? Человек. О, Рус. Объезжай с Лёня. Это Лёня. Давай справа обойдёшь. Развернёшься два круга, а потом вытащишь на обратно. Справа? Давай, поснимаем. Справа не вывернет, наверное. Вывернет. Где Лёня стоит? Да, вот туда. Едет к тебе, Лёня. Сначала же надо поглумиться, что ж так то.
Надо брать девчонок и сажать Руслану в машину. Видишь, у него открылось второе дыхание. Да. Там... Молодость вторая. Закрылся и морской рассосался. Посмотри, посмотри, ожил. Оба, это хайперлуп побежал. Хайпится за Яну. На твоем месте могла быть Яна, Макс. Посмотри, что происходит. Ты посмотри, как... Ты уже спустился, да, и поехал. Посмотри. Да, спустился и пошел, что надо. Делать, играется, играется. Что-то я очкую. Ну, я дальше Андрюхи пока заехал, ну. Чтоб там не было по шею, главное. Такая жесть, пока ничего, на остров идем сейчас. Остров может быть плавающий. Наверное, все уже. Ровно руль, вот. Да, ровно руль надо. Давай назад, Руслан. Попробуем развернуться. Попробуем влево, давайте. Слепой говорит, что он тут ходил. Да, тут не так глубоко. Совсем медленно, чтобы натяжка была максимальная. Это остатки дерева. Ты что? Уже год меня эта машина каждый день удивляет. Так, уже мы в роли болотохода сегодня. Не, да. Дальше не хочет. Сейчас правее попробуем. Это настоящее болото? Да, да, болото качественное. Такое самое настоящее. А то Руслан сделал хорошую продажу, да? Дашка уже это самый крым вырубывает. А горбу? А что? А что он собрался? Говорит, вас его удивляет каждый день. Не, ну правда. Ну да, это уже было. Ну все, Руслан уехал. Уехал. Вот она, конечно, разница в колесах. В двойном понижении. Ну и в опыте. Вот остается людям только снимать. Леня, повторишь? Я тоже так думаю. С кочками мы в них упираемся. Да не ездит, катается. Оп.
попробуем поменять траекторию. А вот мы в этот остров уперлись. Саня с нами там. Может, тут не сильно глубоко. Да, что-то глубоковато чуть нырнуть. Чего? Давай я пойду, если там глубоко. Ну я чуть назад сдам, чтобы в воде не стоять глубоко. Иди посмотри. Сейчас слепой сделает разведку. Без руки выхватил кинжал и за безногим побежал, да? Слепой прицелился, без руки выстрелил. Блин, он не боится там? Боится, ну шо. Оп, набрал, да? Ага. Набрал? Полные штаны. Так, а где там Руслан? Я не пойму, стоит он или что с ним происходит, непонятно. Андрей, а что с Русланом? Он едет или стоит? Давай попробуем, посмотри, давай. А ну, давай! Назад! Давай! Ушла ж хорошо, назад! Всё, хорош! Шаг, он едет! Смотри, тут крутые деревья! Это плохо! А давай влево попробуем, Саня! Влево давай под берегом попробуем! Что-то мы не едем. Что-то мы не едем. Попробуем руль прямо назад. Влево. Так, это у нас там передний кардан на последнем дыхании, судя по всему. По диагонали должен крутиться. О, Русик выезжает. Блин, не видно ничего. Как же нам получить кадр? Ну не видно, далеко он забрался очень. Не крутится? Заднее не крутится колесо тут? Кардан отпал? Ну я отпал. Он что-то хрустнул и... Там шишиговский, он не может сломаться. Что-то стучит чуть-чуть. Что, вообще не работает задний привод? Вперед работает. Вперед работает заднее колесо? Работает, сын.
Да, да. А я бы так не ездил бы. Непонятно, как зад не работает. Звуки есть. Обычно с задом ничего не происходит. Что-то произошло все-таки. На одном передке далеко не уедешь. Лё, чуть-чуть влево руль. Влево! Еще влево, Сань. Боря, там, где крестовина паркопа, туда. Будем уезжать. Пробую уже подинамичнее, но не помогает. А с той стороны. А сейчас, посмотри, задняя крутится? Нет. Нет, да? Да, что-то оторвалось таки зад. Заднего нету, да, на одном переднем по такому болоту далеко не уедешь. Ладно, пошел Саня за лебедкой. Болото красивое. Что там, Саня? Детский. Я ж тоже боюсь, чтоб нас на него не подняло, ты имеешь в виду? Не видно там ничего. Так, ну меня зацепили. Да, болтается. Что-то болтается. Стой. Он, наверное, рассоединился. Да? Его сзади оборвало. Он не заглушит. Ты можешь заглушить? Можешь потом завести? Да. Подождите, Саня, под машиной. Стой! Слепой под машиной. Чинит. Что, непонятно? Есть. Что есть? Висит вниз. Висит вниз? Угу. Зад? Да. Стой! Что делать? Подвязать? Да мы ж тут нет, соединим. Может, палку какую-то будешь придерживать его палкой? Они будут лебедить. А? У тебя есть лом? Да нету ничего вообще. Дайте какую-то палку большую. Кардан повис, зад висит. Надо придержать его. Перед от зада. Болтами четырьмя. Перед и зад постоянный? Да. А без никаких? Ты на нейтралку поставить или что? Да. Перед от зада отключить. Нет, зад отдельно может работать, а вперед. Зад постоянный. Да! Ну я вообще могу выключить все. У него висит кардан, он на нем сейчас висит. Нет. Дай вперед. Отпустите трос! Так, оборвало карданчик. По болоту на переднем приводе еще ездим. Что там, Саня? Все, глуши. Глуши, говорит. Какой-то палкой придержать, и они б лебедили потихоньку. А там наверху бы уже разобрались. Нет, ты его никак не вымешь, там только откручивать. Крестовина. Крестовина, да? Да. Лопнула? Да, ни хрена себе. Давай проволоку. Проволоку, веревку, что угодно. И отключить полностью все. Мы потихоньку тянем, решили тянуть медленно. Смотри, да, за ним просто. Все, он прыгает, он получается вращается и перепрыгивает все. А. Ого, на переднем приводе, куда я заехал. Его еще и по крестовине поднимает. А ты сейчас идешь в дерево.
Куда тянут, туда и иду. Крестовина осталась на месте. По болтам, наверное, нет? Наверное, уши разъехали. В Шишиговском кардане. Что, вот кардан вообще вверх. Может, просто открутился? Что там с ним? Заглушили, я не слышу. Да! За морду перецепляй его, чтобы развернуть сюда. А, за морду давай. В кочку наехал. Это страшные маньяки, да? Особенно вот этот. Смотри. Он даже подписан. Видите, номер у него все. А почему слепой? Фамилия такая. Да? Давай, едем назад. Давай, пошел. За карданом смотри, Саня, что там? Там дерево, Саня. Там дерево. Вот тут дерево какое-то старое. Отцепит. Да, красивые тут пейзажики такие. Мне на передке тяжело. Цепляй за перед. Саня! Да, я понял, Саня. Ну, вот он, спаситель наш идет. Тащит лебедку. Сейчас это запилит. У него такая задача, да, говорят, да, я так понимаю, свой, да? Кардан показываешь. Не показываю. Он же внизу висит. Ты пенсионер все-таки, да? Давай тяни, не разговаривай. Кардан его мой интересует. Ты ж смотрел на него только что. Сказал, что все нормально, можно починить. А что, достал до него? Ну да. Все. Надо еще 20 сантиметров. Но 5 хватит. Все, у меня все. Все. Как, через колесо, как? А там колесо, Саня? Да нет. Он по драму тут ставит. Блин, я даже не знаю, что придумать. Если ты поедешь вперед, ты просто не едешь. Я не еду. Но по колесу идет. Да нет, блин. Давай, может, крутить нельзя, да? Положи под колесо, пробуй. Вот колесо. Да. Это жесть. На, положил, давайте, прижимайте мне пальцы. Ёлки, ручки у него чистые такие. Да ладно, ничего так. Она плывет. Пошла. Жаротка. Да не, я ж не сижу. Что, я видео не снимаю? Снимай давай. Ходишь.
твою дивизию. Вот эта штука только что возле меня была. Фу ты, ё-моё. Это я, его штурман. Русак Полкардан. Остался без заднего привода и дальше ехать не так. Может, редуктор оторвался? Да. Так радуйся, что возле редуктора. Если бы не там, то было бы хуже. А вот аж где трос. Ого, какой угол. Смеркалось. Да, такое тут болото классическое. Деревья валяются. И дергают они меня. Андрюха меня тянет. Хорошая лебедка. Теперь ты поняла, что нет машинка, которая быстрее. Ну все, мы на суше. Ура! Ура, это точно. Именно так.